Привет, друзья Библии! Знаете, что будет на этой неделе? Чемпионат? Да, вы правы. В следующую субботу состоится наш чемпионат по футболу всех пиков и долин. Тренер хочет, чтобы мы выиграли. И на этой неделе будет конкурс навыков, чтобы выбрать лучших для старта игры. Конкуренция, конечно, жесткая, но я набивал мяч, защищался и пробивал себе путь к вершине. Я жду результаты, чтобы убедиться в этом. Путь! Мы знали, что ты справишься! Хотя там была одна проблемка. Некоторые из детей пошли на крайние меры, чтобы быть уверенными, что их выберут. Была очень агрессивная борьба. Несколько разбитых носов и много травмированных голеней. Прекратить безумие! Разве вы не в одной команде? Звучит жестоко. Да, все немного вышло из-под контроля. Но это того стоит, если меня выберут, правда? Действительно. Давай, Робби, ты уверен? Да, я так думаю. О, суперстих! Пока я жду, давайте вместе прочитаем суперстих. Римлянам 15:4 говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». В этом стихе Павел говорит римлянам, как им следует вести себя, ожидая исполнения Божьих обетований. Понимаете, верующие не ладили, потому что одни были иудеями, а другие язычниками. Они так были сосредоточены на своих различиях, что не понимали, что они все в одной команде. Божьей команде. Оу, вместо желания победить свою команду, я должен поддерживать их и относиться к ним так, как это угодно Богу, независимо от результатов. Здорово! Командная работа осуществляет мечту. Бог хочет, чтобы мы жили в гармонии друг с другом, а Его Слово поддерживает нас. В конце концов, мы все выиграем или проиграем, как команда. Итак, мы должны быть едины, если хотим иметь шанс на победу в чемпионате по футболу всех пиков и долин. Чтобы узнать больше о жизни в гармонии друг с другом, скачайте бесплатное библейское приложение «Суперкнига». Там есть веселые игры и серии «Суперкниги». Лайкните и подпишитесь. Увидимся!